Эти древние тарелки, которые были выловлены из моря, сейчас хранятся в Национальном музее Вьетнама. Раньше они были предметами обихода, а в настоящее время стали редкими драгоценностями. Они говорят посетителям об истории культурных слияний стран субрегиона. Они являются свидетелями традиционной дружбы между народами. Сегодня сотрудничество между странами получило дальнейшее развитие. Вьетнамская фарфоровая компания Минлом была создана не так давно. Чтобы производить фарфор лучшего качества, эта компания пригласила из Цинденджэня, что называют фарфоровой столицей Китая, специалистов для улучшения производственных технологий. Стиль росписи фарфора этой компании не только сохранил вьетнамскую стилистику, но и объединил искусство Китая и стран Юго-Восточной Азии, благодаря чему такой фарфор пользуется популярностью на рынке. Этот вид фарфора пользуется самой огромной популярностью. Đó, cái hoa sen này em thấy hoa sen khi là những cái đường nét uốn lượn ở trên cái cành hoa sen đưa ra những cái dây lá này thì những cái dây lá này nó ít nhiều gì nó cũng có mang những cái văn hóa nguồn gốc từ bên Lào, bên Thái Lan trong cái chùa chiền em thấy thì nó có giống giống như vậy. Trên văn hóa mà là một cái sự gọi là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại của mình thấy từ bên Trung Quốc cũng có, ở bên Thái cũng có cái hoa văn tương tự như này, Việt Nam mình cũng có hoa văn thứ này, cái văn hoa dung hợp, chứ không có văn hoa riêng của ai hết. Rất hay. Của các nước Đông Nam Á và trong Trung Hoa, nói chung nó tóm lại là theo anh nhận xét cũng giống như là nó là một. Dạ đúng. Ngày nay nó có khác cái là mình kết tinh lại cái văn hóa của các nước lại rồi mình đưa ra trong này những cái kỹ thuật mới hơn rồi mình làm kỹ hơn, công phu hơn, coi như là cái sản phẩm đó là một cái sự kết tinh. Страны бассейна реки Лансандзян имеют много общего. Наряду с развитием современной науки появляется все больше доказательств о том, что бассейн реки Лансандзян представляет собой центр миграции населения и деления народностей, проживших в районах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии. Существует точка зрения, что после того, как человек вышел из Африки 200 тысяч лет тому назад, часть людей, идя вдоль береговой линии Юго-Азии, осела в бассейне реки Лансандзян. Затем, около 10 тысяч лет тому назад, началось их деление. Появилась монгольская этническая группа Восточной Азии и малазийская этническая группа Юго-Восточной Азии. Согласно последним исследованиям, жители субрегиона Большого Меконга имеют одинаковые наследственные признаки. Это говорит о том, что они имеют общих предков, при том, что деление народов было не так давно. Можно сказать, что дружеские отношения между людьми в этом районе образовались врожденным образом. В этом месте сохранилась прекрасная древняя цивилизация. В народе сохранились добрые нравы и обычаи. Это зависит не только от географической близости, сходства климатических условий, но и от того, что на протяжении тысячи лет народы стран этого бассейна поддерживают обмен на разных уровнях и в различных сферах, что включает торговые отношения, различные технологии, язык, религию и искусство, а также брачные союзы. Благодаря частому общению у этих народов появились дружеские отношения и симпатия друг к другу. В этих странах образовалась общая культура и обычаи. Укоренившаяся на этой земле рисовая цивилизация и исповедование буддизма позволяет жителям субрегиона достигнуть единого мнения во многих областях. Такие общие идеи носят исторический характер и углубляется наряду с изменением времени.
Последние годы страны бассейна вступили в период мирного развития. На фоне мирового развития, в полной мере использовав ресурсную и экономическую взаимодополняемость, правительства стран субрегиона достигли общих взглядов по укреплению экономического сотрудничества, стремлению к общему развитию и содействию созданию общего экономического региона. Все шесть стран имеют схожие геополитические отношения, условия и процесс развития. Народы шести стран надеются на мирную и счастливую жизнь. Местные жители понимают, что при укреплении контактов, консультации и сотрудничества их страны с более быстрыми темпами осуществят цель, направленную на общее благо. В 1992 году по инициативе Азиатского банка развития официально запустили механизм экономического сотрудничества субрегиона Большого Меконга, в котором участвуют все шесть стран субрегиона, а именно Камбоджа, Китай, Лаос, Мьянма, Таиланд и Вьетнам. Этот механизм нацелен на экономическое и социальное развитие субрегиона и достижение общего процветания. Путем укрепления экономических связей между этими странами на основе равенства, взаимного доверия и взаимной выгоды создается механизм экономического сотрудничества стран субрегиона. Он содействует взаимовыгодному сотрудничеству и совместному процветанию этих развивающихся стран. В 2002 году руководители шести стран субрегиона Большого Меконга встретились в столице Камбоджи Пномпене. Прошло первое заседание с участием руководителей стран субрегиона. Участники заседания подытожили достижения за последние 10 лет, определили перспективы сотрудничества на последующие 10 лет, дали обещания друг другу об укреплении партнерских отношений между шестью странами. Спустя 3 года второе заседание руководителей состоялось в городе Куньмине, Китая. Участники заседания обсудили 3 основных вопроса, касающихся достижений сотрудничества, предстоящих вызовов, руководящего принципа и мер, которые будут предприняты для осуществления поступательного развития. Кроме того, также обсуждались 4 детальных вопроса, таких как укрепление строительства инфраструктуры, улучшение торгово-инвестиционных условий, содействие социальному развитию, финансированию и углублению партнерских отношений. Руководители стран сошлись во мнении в том, чтобы следовать принципам взаимного уважения, равноправных консультаций, практической эффективности, постепенного и планомерного развития, мобилизовать различные ресурсы для дальнейшего стимулирования регионального сотрудничества. The GMS program seek to enhance competitiveness, connectivity, and community. Whether it is the summit itself or the cooperation programs in the GMS, Great Mekong Subregional, are very, very important to not only Laos or China, but to all the 6 countries of the Mekong River. The outstanding achievement of GMS program is the mutual trust and confidence. It opened up the channel and opportunities for member countries in the region to work closely together and cooperation with each other. Издревле культуры стран бассейна реки Лансянцзян одинаковы или схожи друг с другом. Слияние культур продолжается тысячи лет. Можно заметить это в искусстве. Такое культурное слияние дает гуманитарную основу будущим обменам и сотрудничеству между странами бассейна.
Эти студенты, обучающиеся в Китае по специальности международная торговля, приехали из стран субрегиона. Каждый из этих студентов имеет свою мечту. Смотря на них, мы можем увидеть будущее сотрудничество между странами субрегиона. В настоящее время в каждой стране субрегиона есть много людей, которые проявляют интерес к изучению языка другой страны. Такая ситуация чаще всего встречается там, где страны имеют торгово-экономическое сотрудничество. Это сотрудники Генеральной строительной компании Китая. Они сейчас учат вьетнамский язык, потому что вместе со своими коллегами строят во Вьетнаме дорожную магистраль и мост. В давние времена торговцы учили иностранные языки для того, чтобы вести торговлю с другими странами. Сегодня строители шести стран изучают языки с целью вести более тесное сотрудничество и ускорить строительство земельных участков, которые располагаются вдоль реки Ланцандзян, и для того, чтобы достигнуть общей цели всех шести стран. После того, как был начат механизм экономического сотрудничества, в сферах торговли и строительства осуществлялось освоение объектов. Жители стран вместе строят автомагистрали, возводят мосты, расчищают речные фарватеры, укладывают оптический кабель, защищают окружающую среду, ведут исследования и составляют программы о будущем развитии. Благодаря взаимному сотрудничеству, экономическое и социальное положение региона быстро изменилось. Прошло более 10 лет. Субрегион, который занимает 2 миллиона 570 тысяч квадратных километров с населением в 320 миллионов человек, стал одним из наиболее динамично развивающихся в мире. Среднегодовой экономический рост превышает 6%. Для стран бассейна, которые были экономически отсталыми, строительство инфраструктуры считается самым необходимым условием для экономического развития. В этой области Китай финансирует больше всех. Фэнчэнган, Гуанси, находящийся в заливе Бэйбу, является самым важным транспортным узлом, соединяющим Китай с Юго-Восточной Азией. Фэнчэнган является важным пунктом транзита железной руды, угля, цемента, зерна и других товаров. Он берет на себя задачу транзита основных видов импортных и экспортных товаров для юго-западного и центрального районов Китая.
В настоящее время увеличиваются контейнерные перевозки. Открылось много контейнерных линий в Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию, Сянган и Аомэнь. Фанчанган ведет торговлю и связан с судоходной линией с 220 портами более чем из 80 стран и районов. Все больше крупных судов часто заходит в порт. В связи с экономическим развитием этого района мест уже не хватает, поэтому для судов началось строительство глубоководной пристани водоизмещением 200 тысяч тонн. После трехлетнего строительства эта пристань была сдана в эксплуатацию. Фанчанган стал портом в южных районах Китая, способным принимать самые большие суда, благодаря чему увеличился грузооборот и пропускная способность порта Фанчанган. И одновременно укрепилась связь с другими крупными портами, в особенности с портами стран АСЕАН. Это идет на пользу экономического развития стран субрегиона Большого Меконга. Большое грузовое судно зашло в новую пристань. Это демонстрирует то, что порт Фанчанган способен связать судоходную линию с крупными портами мира. Море и реки по вертикали и горизонтали соединяют страны региона. Река соединяет 6 стран. Море соединяет страны субрегиона и весь мир. Река кормит народы 6 стран, родила великую цивилизацию, а море является дорогой, ведущей в мир. Она означает, что в будущем в субрегионе будет тесная связь, дружба и быстрое развитие. В этом субрегионе, кроме Лаоса, который находится во внутренней части континента, другие страны имеют береговые линии, общая длина которых достигает 10 300 километров. Большие приморские зоны расположены вдоль залива Бэйбу, Южно-Китайского моря, Сиамского залива, Андаманского моря и Бенгальского залива. На глубине моря имеются богатые биоресурсы и залежи полезных ископаемых. Приморские районы обычно являются самыми экономически развитыми районами. Издревле эти районы были заселены. Народы этого региона создали весьма своеобразную морскую цивилизацию в унисон с рекой. Вьетнамский порт Сайгон был построен в 1863 году. Он является важным внешнеторговым портом в южной части Вьетнама. Ежегодный грузооборот составляет 40 миллионов тонн. В будущем глубоководный причал в порту Вунгтао, которого было вложено 200 миллионов долларов, сможет принимать самые крупные суда, детвой там более 200 тысяч тонн. Порт Сианук-Вил – самый крупный морской торговый порт Камбоджи. По мере стабильного социально-экономического развития, а также непрерывного увеличения объема внешнеторгового оборота, Сианук-Вил довольно быстро развивается. 60 крупных грузовых судов ежедневно входят в тайландский порт Лаем-Чабан. Этот порт считается одним из тех грузовых портов, которые развиваются наиболее быстрыми темпами, работают с самой высокой эффективностью. Он является самым важным и крупным транзитным портом, который связывает страны субрегиона Большого Меконга и страны АСЕАН. Порт Ситве омывается Андаманским морем, является важным связующим торговым звеном между Мьянмой и другими странами. Сегодня этот порт может принимать более 5 океанских контейнерных или грузовых судов. В наши дни современные порты могут принимать океанские грузовые суда. Осталось в прошлом то, что деревянные парусные суда из-за больших штормов затонули в море. Благодаря современной технологии, сотрудничество и дружеские отношения между странами бассейна становятся все более крепкими.
На берегах реки Лансандзян находится огромное количество культурных памятников. В частности, Ангкор считается самым великим. Те таинственные улыбки, которые мы можем увидеть на лицах статуи Будды из руин Ангкора, оставляют миру незабываемые впечатления. Руины Ангкор не только символ Камбоджи, но и духовный мир Востока. Спасение Ангкора, охрана мирового культурного наследия в регионе, тоже требует от стран сотрудничества в этом вопросе и вносить свой вклад. Китайское правительство в 1993 году дало официальное заявление, что займется отправкой специалистов и рабочих групп на участие в мероприятиях, посвященных охране руин Ангкор. После двухлетнего предварительного обследования и изучения в марте 2000 года рабочая группа, которая была отправлена китайским правительством, официально приступила к работе. Под руководством начальника Цзян Хуаина и замначальника Лю Цзяна члены группы начали работы по реставрации и охране храма Чао Сай Тевода, который является частью комплекса древних сооружений Ангкора. Эта работа продолжалась около 7 лет. Храм Чао Сай Тевода состоит из 9 основных сооружений, имеет 4 входа, 2 книгохранилища, центральный храм, подвесную дорожку и восточный алтарь. 8 сооружений из них повреждены очень серьезно. 2 книгохранилища и северные ворота сохранили только фундамент.难度比较大的叫原物重建法，原物重建法呢就等于是把它原来破损的构件呢逐一编号拆落，然后呢对它散落在周围的这个构件进行拼对，然后尽可能的把它的构件呢往上归安。这个方法呢最大的好处就是能把它散落的这种文物构件呢归安到它原来的位置去，这样提升它的一个文物价值。 Спустя 7 лет работы по реставрации храма Чао Сай Тевода завершились полным успехом. Правительство Камбоджи и специалисты Координационного комитета по охране исторических памятников Ангкор были удовлетворены работой. Они считают, что китайская рабочая группа уделила большое внимание ко всем вопросам и смогли отреставрировать памятник, соединить все элементы и воссоздать прежнюю картину. Работа китайских специалистов была оценена высоко. В октябре 2006 года двум специалистам китайской рабочей группы Тянь Хуаиню и Лю Цзяну правительство Камбоджи вручило высшие награды – рыцарский орден имени Мониса Рабхорн. Работы по реставрации храма Чао Сай Тевода завершились совсем недавно. Другой важный проект по реставрации ангорских памятников – реставрация храма Та Кио – опять был поставлен перед китайской рабочей группой. Китайская группа была хорошей готовности, несмотря на то, что реставрация храма Такио очень сложная. Ангкор рассматривается как символ великой цивилизации Востока. В прошлом он скрывался густым лесом. В начале нового столетия он снова появился перед людьми и объявил о возрождении великой цивилизации Востока. На той земле, где протекает река Лансандзянь, повсюду встречаются следы предков. Общие воды одной реки. Речная вода стала единым языком, который напоминает о старинной народной песне с колоритом Востока. Благодаря ей местным жителям удается понимать друг друга, и их сердца соединяются воедино.
1 января 2008 года руководители телевидения шести стран нажали на кнопки, символизирующие начало вещания телесериала на тему «Общие воды одной реки». Вода – это символ дружбы, она неразрушима. Поток великой реки Лансандзян несется в море и никогда не иссякнет. Субтитры сделал DimaTorzok.